Всем здорова, друзья, с вами Спикер и мы Форости. Мы продолжаем выживать в Форости и придумывать новые постройки, друзья. И сегодня просто гениальная постройка, она называется Карусель. Ну что, интригу я не буду таить, мы сразу пойдем и будем ее строить, друзья. В этой серии мы построим, а уже в следующей серии будем ее испробовать. Вот наша, друзья, Карусель. Да, название придумал такое оригинальное. Получается, аберегешка попадается и вот сюда, потом другой пытается его опустить, получается, вот здесь уже противовес, и он пытается опустить, и как раз сам попадается. Оригинально. Гениально просто. Хорошо, друзья, у нас есть бензопила, мне лишь хотел построить что-то интересное, и мы готовы строить. Хо-хо-хо. Да, у нас бензопила, у нас есть две канистры, тут уже сколько аборигенов-то. А если, друзья, вам надоели аборигены, ставь палец вверх. Ну что, давайте мы уже начнем уже рубить. Наверное, парочку аборигенов, потом уже стрёмно. Ну что, испугался? Ну реально не боится. Жопу, сразу три удара. Так, ну хорошо, я, в принципе, хотел порубить бревна, но мне аборигены дают рубить. Прыжок хороший. И сразу намотаем на цепиво. Умри уже. Нам нужно пойти перекусить, потому что мы реально очень голодны. Да какого черта происходит? Сейчас, секундочку, батончик в зубы и вперед, рубить деревья. Их тут слишком много. Мне, друзья, наверное, придется, наверное, все-таки их все поубивать, а потом начать построечку. Сейчас катанка нам поможет. Нам нужно, по идее, построить уже до ночи, а ночью уже проверить, как наша ловушка работает. Я думаю, просто будет гениально работать. Давай, похари. Так, где-то еще третий был. А вот третий. Нет, где-то был третий. Как раз есть мяско, можно перекусить, хотя я человечно не ем. Так, секундочку, что я уже запыхался. Так, батончик. Так, дышит, дышит. Ух ты, я хотел разрубить. Нет, он насчет дышит, друзья. У нас гениальная идея. Сейчас мы ее просто распилим. Интересно, фокус получится, не получится. Походу не получился. Она еще дышит? Не, она уже мертвая. Хорошо, наверное, сделаем костерчик и, наверное, нужно будет перекусить. Сейчас быстренько сварганим костерчик. Так, окей, же готово. Нам нужно, по идее, ветки, бревна и веревки, чтобы сделать это сооружение. Я сделал две карусели, но другую карусель буду делать уже вне ролика, то есть по-быстрому сделаю. Ух, хорош, неплохо. Так, ну катанку с вами разберемся. Какая черту ракетка, мне нужна катанка. По идее, у нас есть мушкет, можно расстрелять. Аборигенов, кстати, стало очень много. Мы уже, кажется, пол серии отбиваемся от аборигенов. Ну хорошо, давай-ка тоже в атаку. Их уже четверо здесь. Сейчас мы им покажем, где рак зимует. У нас, по идее, есть лагерь, можно убежать просто туда и уже подождать, пока они наткнутся на... Сейчас, давай, напускайся. У меня нет камушек. У меня нет камушек, у меня нет походу... Нет, есть камушек, нет камушек. Так, уходим, уходим, уже внутрь быстренько, мой друг. Эх, не успели. Что происходит? Так, хорошо, возьмем, наверное, таблетки. Ребята, какие-то вы сегодня угомоны. Вроде у нас день, даже утро. Утро наступило, и сразу сколько аборигенов. Я решил построить постройку. Хорошо, я хотел еще мясо забросить. Так, веревки мы уже навесили. Четыре веревки, больше у меня нет. Нужно будет пойти, либо сфарганить. Раньше нужно было сделать из тряпок. Слушайте, их реально очень много стало. Так, я уже как-то устал, меня реально забили в угол. Нет, выходим, из угла выходим. Так, где у нас есть хорошее местечко, где можно отсидеться? Так, мне нужны ветки. Какое черт происходит? Хорошо, динамит пошел. Ребята, держи. Ой, я, кажется, промахнулся. Так, уходим. О-хо-хо-хо, точно промахнулся. Что происходит? Вроде я решил сделать постройку, бензопилу взял, уже приготовился. А вот есть, кстати, и у нас наши палочки. Так, палочки готовы. Ну-ка, иди-ка сюда. Даже пригнулась. Довольно грамотно пригнулась она. Так, мне кажется, забивает меня. Меня уже как-то сильно забивает. Так, мы быстренько забежим вовнутрь. Так, она пускает. И сразу заходим. Давай, иди ко мне. Хорошо, наверное, перекусим здесь уже. Батончики у нас. И, наверное, алкашку опьем. Так, ну что, ребята, попались. Можно еще допустить. Жесть, нас реально очень сильно прессует. Так, она опускаться будет? Она, по идее, должна опуститься. Она не опускается. Так, хорошо, наверное, подождем здесь. Там что-то у нас летает. О, какие прыжки-то! А, походу, все-таки попалась одна. Так, одна попалась, а она не опускается почему-то. Видимо, у меня нет веток. Веток у меня реально нету. Хорошо, ох, есть ветки. Сейчас будут ветки. Опустим одну, вторую. Так, опустилась одна и вторую сразу же. Ну-ка, давай-ка, мой друг, наступай. Он забежал к нам просто. Ну, давай-ка разберем с тобой. Маленький забор повредился. Вышка, похоже, тоже повредилась. Мы пол лагеря уже разнесли.
Так он бегает вокруг, весь красный. И сейчас все-таки добьем тебя. Да какого черта? Берем бензопилу. Ну что, мой друг, сейчас проверим, насколько ты крутой. Прошли сквозь него, и он готовый. А наше КП снова повредилось. Так, ну что, я, в принципе, готов уже рубить. Нам нужно, по идее, сделать мясо. Интересно, а можно человечину рубить? О, да, это точно. Это реально круто. У нас есть нога, и пойдем ее пожарим. Перекусим и будем, наконец-то, строить нашу постройку. Мне кажется, у нас уже полдень. Жесть. Как долго отбивались мы. Так, давай-ка ножку бросаем. И мы пошли уже рубить. Можно, в принципе, с помощью динамита гораздо быстрее будет. Но, бро, с помощью бензопилы тоже довольно круто. И что-то новенькое называется. Готово. Давай прям на него. Ну, готово. Поберегись, давай прям на него. Спокойно уходит. Хорошо, мы, наверное, порубим. Можно, хотя, наверное, взять и динамит, приложить быстрее, но деревья у нас какие-то одиночные. А, готово. Слушай, реально круто. Обалдеть. Давай, руби. Руби уже. У нас, по идее, есть две канистры. Нам подбегает то, что дровосеки уже в лесу. В форесте. Эх, в эту сторону. И прямо на него. Он живучий. Так, не вижу. А нет, живой. Перепрыгивает даже. Так, мы рубим прямо его и бревно. Давай-ка. Прям бочком. Так, дерево готово и прям на лаге. Все нормально. Так, хорошо, еще одна бревно, и можно подоскать, в принципе. Как красиво рубит. Прям в ту сторону. Прям в ту сторону. Только не на лагерь. Нормально. Так, хорошо, подоскаем, пускай ребята. Это что такое? Постройка сумалин? Она, в принципе, не нужна была. Бревна исчезли. Хорошо, нужно будет еще найти веревки. Вот, пускай погудит. Довольно устрашающе грудит. Так, готово. Нужно, по идее, 5. 5 бревен, и будет одна ловушка готова. А у нас там сколько в карусели? Эх, я даже не знаю, около 10, что ли? Ну, пускай будет 10, значит, нужно будет... Кто-то меня поджег даже? Что происходит? Кто-то разбросался. Сейчас мы... Ох, прям в прыжке. Красиво получилось, я тоже умею прыгать. Хорошо, берем бревна и таскаем. Тут еще 2 бревнешки. Так, у нас, по идее, уже нога зажарилась. Она уже пережарилась даже. Хорошо, батончик поедим. И, в принципе, пойдет. Продолжим свой путь. Так, водичку. Просто в мясо ее. О, прям за ней еще. Нет, конечно, бензопила это круто, но как-то слишком долго рубит, мне кажется. Проще всего катанка. Довольно быстро и по стандартному. Но, ух, у нас трое здесь. У вас здесь трое, а я один. Она готова? Практически. Сейчас забьем. Вот так, по черепушке. Да, у нас мясо уже сгорело, но ничего страшного, батончиком подкрепились. Сколько деревьев, выруби уже. А вот и погодка изменилась. Так, давай-ка уже сдохни. Ну, практически сдох уже. Как же добили жестко. Ну. Хорошо, таскаем бревна и строим постройку. У нас еще ни одной ловушки не построено, а мы уже устали. Так, хорошо, пускай маленького остановится. Тут еще ребят прибежали. Надеюсь, их ночи тоже будет довольно много, и как раз проверим нашу ловушку. Так, у нас полдень. Да, уже солнце садится, кажется. А нужно быстренько построить. Так, строим и строим. Еще пробежало. Обалдеть. Мне кажется, этой карусели будет как-то мало. Хо-хо, сколько их тут. Как я могу таскать, если их тут чертовски много? Так, у нас ветки есть? У меня нет веток. Веток у меня нету, и я не смогу забежать в свой лагерь. Да какого черта? Раньше вроде можно было пускать, а сейчас какая-то проблемка. Так, хорошо, пойдем, наверное, за ветками. Нам ветки тоже будут нужны для постройки. Кажется, нужно будет всего лишь 2 ветки, чтобы построить одну ловушку. Так, веточки тут гораздо... О, какой тут густой лес. Я вроде все это дело срубал. Нужно срубать пеньки, и тогда деревья не будут расти. Так, готово. Так, мне кажется, уже больше 10. И пойдем уже сварганим наши постройки. Или опустим ловушки. Так, запыхался, нам нужна, по идее, водичка. Ну-ка, найдем водичку, наверное. Водичку, таблетки тоже нам пригодятся. Так, а водичка у нас есть в другом месте. Ну-ка, побежали за водичкой. Нам водичка будет очень нужна, чтобы быстренько бегать и, конечно, быстренько построить. До ночи уже. Ох, а солнце реально заходит. Хорошо, мы, наверное... Так, поставим же. Так, строится, строится, и... Ветки кончились. Хорошо, побежим за водичкой. Так, у нас другая каруселька практически такая же. Я делал очень долго, и получилось практически симметрично. Красота. Да, реально будет круто, и посмотри, как она будет в действии. Это довольно будет интересно. Так, водичка у нас находится прямо с динамитом. Прикажется, прямо вот тут, либо в соседней. Сейчас проверим. Нет, не ошибаюсь. Так, водичку в МГНа, поймал. И нужно, конечно, еще надо взять динамит. Если что, будем взрывать уже деревья. Если кончится бензин, будем взрывать. Там уже ребят набежало, сколько их много.
Так, хорошо, попьем водички, шоколадку и вперед. Иди сюда. Разорвался. У нас, по идее, есть банка с краской. Да, точно, нужно покраситься, и тогда ребята от нас отвалят. Вот эта идея тоже хорошая. Что такое застряли? Сейчас возьмем банку с краской и будем строить даже в ночь. Будем ночью уже реально рубить деревья бензопилой. Да жесть, ребят, они прям появились передо мной. Сейчас возьмем банку с краской и уже сольемся вместе с ними. Сейчас, секундочку, где она, банка краски? Так, секундочку, вроде тут была же. В прошлый раз я именно тут ее брал. Не идти же мне в бункер за ней. Да, конечно же, нет. Хорошо, пойдем строить, ребята, не стройте. Не ломайте мои постройки. Пойдем рубить уже. Пойдем рубить уже бревна, уже реально стемнеет скоро. И придется все-таки, наверное, переночевать. Так, бревна у нас есть, нужно просто таскать их. Таскать придется одному. Нам нужны еще, по идее, ветки. Ветки, тотемчиков я тут не вижу, чтобы можно было срубить и взять. Хорошо, есть еще парочку бревен. А ребята реально от меня не отваливает. Подождали бы чуток, я построил бы карусель для вас, и вы бы катались бы на ней. И сколько, интересно, можно будет поднять. Ну, человек 10 точно. Я, правда, не считал. Так, ребята, кидри. Сейчас все так убьем. А ночью придут другие уже. Свежее мясо придет. Мы реально уже устали. Так, попьем водички и продолжим. Давай-ка. Капусту быстренько. Ни разу меня не даже не ударил. Это, походу, вожак. Он готов и, надеюсь, от нас отвалит. Хорошо, да. Порубим бревна. Сколько у нас процентов? А у меня же включен интерфейс, не вижу. Ну, в принципе, нормально. Если что, будем динамитом, лайпочком пройдем так. Красота, и прям в ту сторону. Эх, бывай не было. Берем динамит уже и взрываем, друзья. Старый добрый способ. Нормалек. Нужно найти... Ох, тут можно даже три дерева. Так, бросаем прям под корешок и отходим подальше. Сразу три дерева. Пока что поджигаем другое. Ух, даже 4. Даже 4 получилось. Довольно неплохо. Так, где наша кучка еще какая-нибудь? Еще кучка деревьев. Ну, давай-ка, наверное, у нас даже ловушка здесь. Раньше, помню, эти ловушки перемещались. А теперь вроде исправили с обновлением каким-то. И теперь все нормально. Так, окейшки, поэтому я решил построить такую... Ух, прям на ребят. О, ничего, пробежали они. Они реально такие мощные. Так, упало, кажется, 3 дерева. Либо 2. Какая разница? Нужно таскать уже. Так, таскаем. Так, бегом, бегом, прям за мной бежит. Прям за мной, ну-ка, вы сзади. Мы умеем бежать и задом, и спереда. Так, готов, нужно пойти ветки набрать. Ветки еще и веревки нужны будет. Так, ну получается 4, я потом посчитаю. А веревки у нас находятся... А веревки у нас, кажется, тут даже и нету. А вроде есть парочку, нет, есть веревки. Одна веревочка, и в принципе, да, можно будет набрать. Вторая, а 4 вылезает максимум. Конечно, банка с краской у нас нету. И это, конечно, печально. Так, у нас динамит еще есть. Это дело мы бросим. Нам нужно еще взять батончик и, наверное, водичку. Так, солнце уже реально заходит. Нужно бы сделать быстренько хотя бы парочку ловушек, и чтобы ребята подвесились. Так, аж сзади бежал. Сзади бежали. Да, веревки, кажется, только 2 штуки набрал. Да, 2 штуки, возит 4. А нет, есть еще. Тут 4 штуки. Это, в принципе, неплохо. Ну-ка, иди сюда, разберем с тобой. Так, в атаку, в атаку. Просто беспощадные, слушайте, они какие-то живучие. Раньше гораздо быстрее они умирали, их гораздо больше стало. Так, водичку. Так, мне кажется, нужно убить вожака, тогда они успокоятся более-менее. Так, нет, мы не строим, вот есть ветки. Промахнулся. Ничего себе, 2 раза промахнулся. Так, есть вожак, ну-ка, его уничтожим сейчас. Прям в задницу ему, в задницу динамит и взорвать бы его. Мне кажется, мы уже устали. Так, отступаем. Отступаем. Удар. Жесть, сколько вас тут, ребята? Их слишком много. Так, водичку быстренько. Где ваш вожак? Ну-ка, иди сюда. Оп. Как? И прям в задницу. Да сдохни уже, тут еще прибежал другой. Что происходит? Так, кажется, 2 уже лежат. Пытается, походу, поднять, что ли? Или оттащить? Прям как в GTA-шке. И они оба отдыхают. Да, друг мой, это жесткая битва, конечно, сегодня происходит. Так, ветки соберем. Так, у нас ветки нам нужны еще. Так, ну что, мы построили уже одну постройку, мне кажется, она построилась. Так, а у нас получается 4 веревки, и осталось еще, кажется, больше 4. Жесть, придется куда-то еще идти за веревками. Так, хорошо, пойдем таскать, пока у нас не стемнело, нужно потаскать и достроить нашу постройку. А веревки, наверное, придется уже, наверное, утром сбегать в другое место. Все-таки мы сегодня достроим постройку нашу и посмотрим, что из этого получится.
Так-то с кем-то с кем снова ребята побежали. С новым подкреплением, походу. Можно, по идее, сделать сани, но это, конечно, будет долго. Тут, ну, в принципе, ревна не очень далеко. Можно и потаскать. Иди отсюда, голожопы. Так, бревна есть пока. Пока что есть бревна, наверное, зажигалку. Уже стемнеет скоро. Сколько трупов. Так, нужно шоколадка. Перекусить. Сейчас скоро, друзья, построю для вас карусель. Тогда вы будете реально веселиться. Кто-то мне прямо в задницу. Да уже сдохни наконец-то. Так, он готов, и, в принципе, ребята успокоились. Сколько трупов уже здесь? Очень много трупов, и можно сделать косточки. Хорошо, водичку попьем, шоколадку сделаем, и продолжим уже собирать наши бревна и строить постройку. Мне кажется, построили уже 4, а это просто бревна появились. Так, бревна у кирешки готовы, нужно будет еще ветки найти. Веток тут довольно будет мало, кажется, вон в той стороне есть ветки. Так, пока что есть бревна, так что мы таскаем и строим. Пока же спокойно, но я думаю, это ненадолго, конечно. Пойдем за ветками. Ветки возьмем уже, 10 штучек как раз, и думаю, ветки больше не надо будет. Так, в каком же месте находится? Ах, пойдем в ту сторону. Конечно, по лесу собирать ветки это будет проблема. Нужно найти место, где они растут очень много. А вот веточки наши, маленькие елочки, как раз пригодятся. Так, готово, готово, где еще ветки? Вот наши елочки. Так, еще вылазит. Еще вылазит, значит, еще рубим. Мне кажется, уже слишком много. Да, уже довольно много. Ну-ка, еще раз одну ветку. Да, уже не вылазит, так что бежим обратно. Бентончики у меня же кончаются. У нас водичка кончается. Нужно пойти пополнить запасы воды и, конечно, побыстрее бегать. А можно, в принципе, и переночевать уже, и утром достроить нашу постройку уже. Утром мы точно построим. Но вот, конечно, проблема у нас с веревками. Так, мой друг, мы устали. Давай-ка последнюю содовую и пойдем пополнить запасы. Так, ветки вижу. Так, готово, готово. И буквально чуток не хватило. Хорошо, сбегаем еще раз за ветками, и тогда мы потаскаем бревна и, наверное, пойдем все-таки поспим, а утром продолжим уже постройку. Так, это походу... Что это было? Это ловушка была. Я думал, это ветка была. Это казалось просто ловушка. Так, мы живы, все в порядке. Так, уже реально стемнело, нужно идти уже в лагерь, наверное, переночевать, там перекусить, конечно же, и утром уже продолжить. Так, это просто кустики. Черт, ничего уже не видно. Но ничего страшного, меня это не остановить, мы все-таки построим ее, нашу постройку. Так, мне уже кто-то зашел, реально уже темно. Хорошо, можно, в принципе, включить фильтр уже. Ох ты жесть, а я походу заблудился без карты. Я даже не знаю, в какую сторону бежать-то, друзья. В принципе, у нас есть факел, сейчас сделаем факел. И я надеюсь, я увижу. Так, ну-ка, мой друг, поджечь. Так, там, кажется, у нас океан, нам нужно он в ту сторону. Я не вижу. Вау, какое пламя, обалдеть. Новое обновление, у нас новое пламя. А я реально не знаю, куда бежать. Мы заблудились, мой друг. Так, мне кажется, я вижу какой-то свет. Да, это у нас самолет, и совершенно верно, прям по курсу у нас наш лагерь. Хорошо, друзья, пойдем переночуем. Так, у нас есть ветки, опустили. Тут тряпочки, можно, в принципе, даже поспать. Утро, друзья, и продолжим строить нашу карусель. Ну что, бегом уже, посмотрим, у нас, походу, там кто-то попался уже. Да, на нашу карусель уже реально прокатились. А это что за веревка? Это какой-то, видимо, баг. Да, веревка у нас куда-то идет в ту сторону. Даже не понять, куда это идет. Да, у нас под определенным углом она куда-то уходит в сторону. Там, походу, у нас кто-то попался. Хорошо, продолжим уже таскать бревна, продолжим строить. Нам нужно еще, наверное, веревки. Нам нужно еще веревки, можно из тряпок, в принципе, сделать уже веревки. А вот бревна нам нужно будет гораздо побольше. А вот наша первая уже... Она опустила. Жесть. Ну-ка, пускай, у нас, при идее, есть. Опустилась и попался. Красотка, иди сюда. Сейчас тоже попадешься. Хорошо, наверное, пойдем уже за водичкой. Нам нужна водичка, нам нужно, наверное, перекусить уже. Ранним утром нужно перекусить и попить водички. О, я черт, ну-ка, стойка. Нам пригодится мяско. Нам нужен, конечно, белок и углеводы. И что-нибудь еще полезное. Так, у нас висит на веревке. Вот есть водичка.
Так, сколько мы набрали? 3 штучки, я даже не вижу. Я еще, а вот вижу, отлетел в сторону. Хорошо, 3 штучки будет достаточно. Пока что потаскаем бревна и посмотрим, сколько мы построим уже. Надеюсь, ребят, не будет тут с утра пораньше. А веревки у нас реально в какой-то в лес уходят. Что за фигня? Все-таки эти ловушки маленькие баговые, надеюсь, они не уйдут в другие места, когда уже перезапустим сервер. Так, если у нас и ветки. Так, ветки нам еще, по идее, нужны. Так, я не вижу, ветки, походу, нам не нужны. О, походу, еще кто-то попался. Походу, это я попался. Буквально случайно. Так, ветки нам, в принципе, уже не нужны. Только нужно активировать. Да, нужно бы активировать, да, ветки появятся. Слушайте, реально, веревка как-то у нас в движении. Там реально кто-то попался. Так, погоди, у нас веревка сверху. Значит, нужно ее опустить как-то в ловушку. Видимо, какой-то баг. Хорошо, продолжим стройку уже. Нашу стройку сегодня. Второй день уже идет. Это, конечно, не самый сложный мой проект, но, в принципе, довольно интересно. А вон на берегешке. Ох, 3 уже. 3 уже бегает. Так, строим уже 4, кажется. Прям с утра пораньше. Они и утром, и ночью бегают. Так, бревном. Это нам нужно дело. Так, хорошо, наверное, все-таки еще порубим. Нам нужно еще бревен. Так, ну-ка, брось бревно и возьми бензопиво. Так, сейчас возьмем бензопиво. Ну, ребята, испугались. Они реально испугались. Так, рубим, рубим, рубим. Трое стоят. Давай прям на них. Маленькая довольно быстрее будет. И прям на них. Жесть, их 4 уже. 5 здесь. А в сторону уходим. Уже, ох, бревна летают в разные стороны. Давай-ка наверх. Раньше можно было запрыгнуть наверх и отсидеться там. А теперь, конечно, почему-то проблемка. Разработчики такие убрали. Так, веревка прям передо мной бегает. Так, ну-ка, хватай бревна и потаскали туда. Так, все-таки чувак у нас зависит. Ребят, походу, его не собирается опускать. Мы завели бензопиво, ну-ка, в сторону. Вроде с утра пораньше они прибежали, походу, голодные. А брыгешки наши голодные и хотят, видимо, ну, перекусить. Так, мне кажется, я уже устал бегать. Так, строим, строим, строим. Так, поковали. И сразу в догонку. О, есть бревно. Есть бревно прямо перед нами. Сейчас срубим. Давай же, руби уже. Так, надеюсь, она постройка, она, надеюсь, не переломает. Так, смотрим, смотрим. Нормально. Ха, куда он делся? А, вон в кусты ушел. Убежал в кусты. Так, окейшки, кажется, готовы уже. Еще одна готова. Так, нужно еще прям таскать, да, вижу. Ох, попался куда. Интересно, а можно его разрубить? Вот так, видите? Еще отбивается, что ли? Вот так. Хо-хо-хо, мясо. Да, идет у нас мясо, это реально круто. Получается прикольно. Так, у нас катанка. Ракетка. Нет, погоди, катанку. Ну, друзья, придется вас, наверное, все-таки проучить. Сейчас проучим. В принципе, я попил водички, и можно маленько подраться. Мне кажется, я уже устал, мне кажется, хп уже падает. Так, у нас есть таблетки. Погодка у нас... О, это опускать, походу. Да, у нас еще не все ловушки работают, так что это дело не работает. Сейчас мы активируем, и попадется. Нет, не попался. Кстати, веревка у нас нормально. А вот веревка куда? Да, она вернулась, в принципе, нормально. Так, бревно есть. И сейчас построим. Так, мы поставили, нам нужны ветки. О, кто-то еще попался. Или, походу, я попался. Нет, походу, тут попался чувак. Так, я вижу, есть бревна. Ну-ка, придется все-таки вас раскидать, ребята. Прямо на ловушку. Трое попались. Вот так. Так, ну что, где-то был четвертый еще. Четвертый, иди сюда. А он, похоже, убежал за подкреплением. Сейчас, ребят, прибегут сюда много. Хорошо, пока что потаскаем бревна. Реально будет круто построить такие уже карусели. Довольно побольше количества. И будет реально так массово висеть. У них реально очень много, особенно ночью, их бывает даже 5-6, и можно всех поднять их сюда. Конечно, в следующей серии, друзья, будет уже ночная серия, и будем ночью ловить на эту карусельку. Они будут реально крутиться, наверное. Так, нужно, наверное, еще ветки нам. Не, в принципе, ветки у меня есть, и нужно будет, конечно, еще веток. Сейчас ждем подкрепления. Сейчас ребят прибегут, конечно, посмотрят на мою постройку, просто ахнут. Что придумано? Так, ну я думаю, буквально чуток остался. Вон ребята уже бегают, вижу. Так, строим, строим. Так, секундочку, не получилось так. О, нормально. Да, нужно пойти еще ветки набрать. Осталась последняя ветка. Нам нужно бегать уже за ветками. Так, ну-ка, побежали, наверное, в ту сторону. Там, в принципе, должны быть ветки, как мне помнится. Интересно, а сколько у нас бензина? Да, он мне, конечно, открутен, я не вижу. Но, в принципе, бензопиво справляется. Столько порубили. А за бензинчиком можно будет сходить, а он, ребята, уже...
Так, побежали на все-таки в ту сторону. Там точно ветки есть. И наберем, наверное, 10 штучек и вернемся уже к постройке. А вот наши елочки. Так, две ветки. Нужно всего лишь 5 елочек, и тогда будет 10. Сейчас быстренько найдем. Так, вторая елочка. Так, готово. Сколько тут елок-то? Так, хватаем все подряд. Это просто листва. К нам уже прибежали сюда. Наши елки уже прибежали. Так, кажется, уже максимум. Да, уже падает из меня. Так что бежим обратно. Бежим обратно. Там, вижу, зайчишка есть. Сколько зайчишек-то? Так, походу, я отстал. Мне маленько отстал, и можно перекусить. Так, бежали. Не заметили. Жалко, нельзя оборачиваться. Так, ну что, мы прибежали, и у нас трое так и висят. Да, трое так и висят. Ну что у нас? Так, ветки нам, в принципе, не нужны. Нам нужно, так сказать, уже бревна. Так, прибежали двое. Прибежали двое, но у нас еще не построено вот здесь. Так, они могут запросто пустить. Так, у кишки Ох, четвертый попался. Только, правда, не сосед. Так, у нас, по идее, опущено почему-то. Тут опущено. Ох, еще раз попался, что ли? А он опускает. Жесть, опускается. Нужно реально много веток. Так, так, опускаем. Нормально. Ох, попал. Сразу двое. Ох, четверо рядом стоят. Так, чуваки, ну-ка ушли. Ушли отсюда. Ох ты, сколько их. Ох, реально круто. Не, я хочу, конечно, построить уже постройку полностью и уже ночью поймать на все ловушки. Интересно, это дело получится или не получится. Но у меня висят пятеро, друзья. Ох, вот он. Не, он опустил. Так, где моя катана? Какого черта происходит? Гаси ее. Гаси ее, чувак. Ох, попался. Давай, я меня уже прессуют. Меня прессуют, мы таблеточку возьмем. Последнюю таблетку. Она чухлась. Нужно ее добить. Так, она готова. Минус один. Как он орёт так? Какой ты худой-то? Хо-хо-хо, все попался. В принципе, можно их всех убить, и тогда будет и гораздо меньше. Так, это дышит. Да, он дышит, можно его добить. Так, ну что у нас? Так, я активировал. Тут у нас висит. И готово уже. Хорошо, нужно еще закончить. Я вижу, есть еще белые пробелы, так что некоторые еще не построены, поэтому они еще не работают на 100%. Поэтому у нас бывают такие пробелы. Когда они опускают, им, ну, в принципе, да, это возможно опустить, он опустил, и все, без проблем. Так, ну-ка, стройка. Так, я не вижу, где строится, меня уже гасят. Ну, иди сюда, ну, иди сюда. Можно, в принципе, всех убить их, и все, друзья. Сейчас мы всех перегасим, потому что они реально опускаются, и их гораздо будет меньше. Что, мне нравится? Конечно, так не... О, спокойно, уже пришел вожак разбираться. Тут висят пятеро. Можно, в принципе, и тебя тоже так потолкать, и, в принципе, он тоже поднимется. Хо-хо-хо, как красиво-то было-то. Сейчас, ухо, отходим. Отходим, держим блок и отходим. У меня нет таблеток, вот в чем проблема. Так, мне нужно гасить отсюда. Мне нужно валить отсюда. Ох, сколько вас тут-то? Вроде бы день, а их все чертовски много. Надеюсь, у меня есть ветки, я пущу, быстренько опустил. Да, друзья, даже не знаю, у меня нет таблеток, я не смогу пополнить. Хотя, кажется, вот так можно. Ох, да, получилось. Это дело перекусить, и мы, по идее, восстановились. Все, пошли на охоту. Так, батончик в зубы, по идее, осталось буквально чуток. Они просто взяли и окружили. Жесть. Эх, вперед. У нас полдень, у нас солнце уже заходит, так что уже... Так что гасить нужно. Какого черта делаешь, мою постройку ломаешь? Жесть, я пару супов сломаю. Хороший удар. Это, походу, со спины был удар, а не твой удар. Ну-ка, иди сюда. Сдохни уже. Вам вожак мертвый, я ваш вожак. Где банка с красками? Реально нужна банка с краской. И спокойно можно строить. Так, хватаем бревна и строим. Уйдем, уйди отсюда. О, строим, отлично. Он орёт что-то. Интересно, они смогут поломать мою постройку? Так, нужно, по идее, ветки активировать уже и поймать. И просто их загасить их, и все. И тогда no problem будет. Так, у меня, по идее, у меня очень мало веток. Успел поставить блок. Жесть, их слишком много снова уже. Неужели придется прийти уже на третий день и в третий день достроить? Так, у меня там есть парочку веток. Надеюсь, мутантов сюда не придут. Так, две ветки всего лишь, и все, больше у нас ничего нету. Жесть. Это, конечно, очень мало. Хорошо, мы пойдем за ветками. Сбегаем за ветками, возможно, они разбегутся и куда-нибудь уйдут. У нас уже нет воды. Нет, нам кастрюлька не нужна. Нам нужна катанка. Все-таки хочу достроить его постройку, потому что уже второй день строим. Они реально не дают. И банка с краской нам помогли бы. Видимо, разработчики поставили банку с краской в другое место. Но есть, конечно, в бункере, но идти туда, конечно, нету смысла. Так, а что же максимум у меня ветки? Только что пойдем уже... Так, нормально, побежали обратно. Мы уже устали, нам нужна уже водичка. Мой друг, нам нужна водичка. Ну-ка посмотрим, возможно, тут будет у нас водичка.
Куда бежать слишком далеко. Так, забираем здесь. То, что есть, мы забираем. Тут же открыто у нас. Тут у нас же реально все открыто. Вроде бы я не открывал. О, есть один сундучок. Так, секундочку. Это, походу, бензин, что ли? Так, что-то мигало. Я не знаю, что это такое мигало, но я все-таки взял. Эх, не получается. Хорошо, побежали дальше. Надеюсь, они разбежались в разные стороны. Хотя им очень интересно. Это карусель. Один чувак висит. Нет, его нужно, конечно, убивать уже. А он мертвый. Так, опускаем. Он нам не опускается. Не опускается, а другая веревка уходит в другую сторону. Что за фигня? Хорошо, пойдем. Пойдем, наверное, посмотрим уже, что у нас с бревнами. Нам нужно еще, по идее, бревна. А вон там, кажется, у нас было довольно много бревен. Мы все-таки достроим, друзья, сегодня. Во что бы это ни стало. Нам нужно, по идее, водичка, чтобы попить водичками. Так, готово. Идем еще раз. Да, ребята разбежались, и спокойно можно достроить. Они под вечер разбегаются, получается. Да, у нас снова вечер, и они разбегаются перед бурей. Новой бурей это ночью. О, голый. Вот не голый, нормально. Какой-то глюк, видимо. Так, есть еще, кажется, есть еще три, кажется, три недостроенных. Так, нужно поближе где-нибудь бревна найти. О, есть бревна в той стороне. Пойдем, наверное, в ту сторону, и там возьмем бревна. Да, кажется, три штучки осталось, и есть ветки еще. Так, ну что, тут рядом с постройками. Эх, нужно сразу гасить его, пока что не позвал в подмогу. Так, он готов, и нужно, наверное, все-таки взять бензопилу и маленько попилить. Сейчас попилим. Давай-ка, друг, мой друг, пилим. Пошумим, конечно. Нормально, и в ту сторону давай. Он прям туда, нормально. Так, наверное, еще вон те бревна возьмем. Прямо на постройкам, идеально. Так, хорошо, хватаем. Возможно, этого хватит, а возможно и нет. А солнце у нас уже практически зашло. Так, давай-ка еще одну. О, готово. Осталось, кажется, два. Настала ночь, друзья, и мы закончили нашу постройку. Ну что, опустил? Сейчас опустим обратно. Да бросай бревно уже. Наш факел погас. В принципе, должно их можно поджечь, и возможно поджечь, а можно и даже распилить. Мы узнаем, конечно, в следующей серии. И посмотрим, как эта каруселька наша работает. Она реально готова и, в принципе, ну, в принципе, да, без глюков. Но кто смотрел, друзья, всем спасибо. И увидимся. До новых встреч. Всем пока.